На несколько дней в парках Серпухова запретят гулять с детьми и животными. Предупреждающие знаки уже появились в питомнике и парке Олега Степанова. Сегодня с самого утра ранних посетителей просят покинуть места отдыха. В чем причина, узнала Ася Климова. Это не сигнал о капитуляции. Белый флаг в руках Галины – самое надежное и проверенное приспособление поиска клещей в траве. С помощью него сотрудник Центра дезинфекции проверяет, насколько сложная ситуация в парке питомник перед обработкой. Медленно проходим по участкам, где можно выявить клещей. И через каждые там 10 метров осматриваем флаг, есть ли клещи. Здесь видим, что нет. Здесь видим, что клещей нет. На тропу войны с опасными насекомыми выходит с первыми лучами солнца. Погода в этом сезоне не позволяла провести дезинсекцию раньше. Сейчас ясные дни приходится буквально ловить. Но времени хватит, уверяют специалисты. На обработку 10 тысяч метров уходит не больше 1,5 часа. В емкостях у работников специальный состав – циперметрин. Убийственная смесь для клещей совершенно безвредная для растений. Тем не менее, чтобы обезопасить людей и животных, территорию парков будут опрыскивать выборочно. В этом году решено, что та центральная часть аллеи, где белочки у нас проживают, обрабатываться не будет. Там более всего скосили, чтобы, как говорится, предостеречься от клещей. Но обрабатываться часть не будет. Будет обрабатываться только вот задняя часть. В течение 2 дней в Серпухове обработают от клещей все парки. Меры необходимы. И хоть в этом году еще ни одного заражения клещевым энцефалитом не зарегистрировано, о здоровье жителей думают заблаговременно. Раньше эта проблема не была так актуальна в городской среде, она больше была актуальна в диких, неосвоенных территориях, в лесах, в каких-то загородных лесополосах. Вот. К сожалению, сейчас она, клещи начали выходить на городские территории, к сожалению, она стала актуальна и в городе. Поэтому каждый год, ежегодно, мы проводим акарицидную обработку. А пока на территорию дезинсекции специалисты настоятельно рекомендуют не заходить. Это может быть опасно для маленьких детей и животных. Однако ждать долго не придется. Уже через 3 дня зоны отдыха заработают в обычном режиме.